Найсучасніша діагностика та найновіші методики лікування, на жаль, не гарантують 100% одужання усіх тварин. Трапляються ситуації, коли зусилля ветеринарів залишаються марними. Кілька таких непростих випадків ми підібрали для сьогоднішнього випуску ветеринарного щоденника. Дивіться у програмі, чому довелося використати кисневу подушку для забезпечення дихання тварини? Що змусило хвилюватися власників кота, який став занадто нервовим та неспокійним? Важкі наслідки невдалої стерилізації? Прикра випадковість чи медична помилка? Невтішні висновки лікарів щодо причин надмірної ваги в невеличкого собаки? Продовження історії маленької чихуахуа, яка часто хворіє на нежить. Курцхара на ім'я Рада, окрім власників, до ветеринарного центру Інвека супроводжував її особистий лікар. В тварини таке ускладнене дихання, що для неї довелося брати із собою кисневу подушку. Щоб розібратися в причинах такого порушення, Раду привезли на комп'ютерне томографічне дослідження. К нам на обследование поступило животное, направленное другой ветеринарной лечебницей нашего города. Собака находится в состоянии острой дыхательной недостаточности, и направлена она конкретно на томографическое исследование органов грудной полости. Исследование нами уже завершено, и мы можем поделиться его результатами. У данного животного выявлен двусторонний пневмоторакс. Это состояние, когда по тем или иным причинам происходит разгерметизация плевральной полости, и свободный воздух поступает в нее. Из-за повышенного давления в грудной полости спадается легочная ткань и, соответственно, не может выполнять возложенную на нее миссию газообмена. Чаще всего такая ситуация происходит в результате той или иной травмы. Очевидных травм в истории заболевания этого животного не было. Надо сказать, что в ходе исследования мы не выявили каких-то травматических моментов, скрытых от хозяев и врачей животного, которые могли бы к этому привести. С удовольствием констатируем, что отвергли мы также подозрения на опухолевые процессы органов дыхания, которые при своем распаде могут приводить к такому серьезному осложнению. Конечно, когда легкое как минимум на 80% спалось, очень трудно оценивать его состояние объективно. Поэтому мы можем только предполагать, что к спонтанному пневмотораксу привели какие-то ранее не диагностированные заболевания легочной ткани. Чаще всего это аномалии ее развития, допустим, кистозные гипоплазии, либо хронические текущие воспалительные или обструктивные заболевания легких. Сейчас перед лечащими врачами данного животного будет стоять нелегкая задача по восстановлению нормального отрицательного давления в грудной полости, а значит, по созданию условий для расправления легких, восстановлению условий для их жизнедеятельности. Если это удастся осуществить, то мы сможем повторно встретиться с этим пациентом и, продублировав исследование, в подробностях и деталях изучить состояние его легочной ткани. Кота породи Scottish Rite Каспера почали раптово проявлятися якісь дивні напади. Він ставав дуже знервованим, голосно нявчав, заполошно бігав. Такі зміни в поведінці тварини дуже занепокоїли її власників. Заради всебічного обстеження вони привезли кота до ветеринарної клініки. Після первинного огляду лікарі відразу взяли з тварини зразки крові на загальні та біохімічні аналізи. Зробили Касперу ультразвукове дослідження та підготували його до комп'ютерної томографії. Ми исследовали головний мозок даного пацієнта. Нами не було обнаружено ніяких об'ємних образувань в ньому, ні кровоізліяння, ні новообразувань, нічого подобного знайдено не було. Единственный момент, единственный, который обращает на себя внимание, это тотальное снижение плотности мозговой ткани, ее отечность и сужение желудочковой системы головного мозга. Такой распространенный тотальный отек головного мозга, он может быть вызван воспалительным заболеванием его.
эта ситуация требует дальнейшего уточнения, дальнейшего диагностического поиска, поскольку воспаления могут быть самой различной природы – вирусной, бактериальной. Хозяева полуторагодовалого кота Каспера обратились к нам с жалобами на эпилептоидные приступы у кота. Приступы протекали нетипично, проявлялись они беспокойством животного, неадекватным поведением, слюнотечением, без судорог как таковых. Было проведено несколько исследований, в том числе и осмотр животного. На КТ головного мозга были обнаружены признаки отека головного мозга за счет воспалительного характера либо вирусного характера. Но, к сожалению, нам это узнать не дано. Была назначена терапия, в том числе направленная против гипертензии головного сосудов головного мозга. На сегодняшний момент, спустя 3 недели после начала лечения, животное стабильно. За весь этот период был только один приступ, в отличие от того, что раньше было раз в неделю, а то и 2 раза в неделю. Но, к сожалению, прогноз очень осторожный. За этим животным мы, конечно же, будем следить. Хозяева предупреждены о всех возможных исходах. Звичайних безпородних тварин їхні власники люблять не менш, ніж елітних та ексклюзивних. Вони однаково потребують кваліфікованої медичної допомоги у будь-яких ситуаціях. Дворня городу привезли на консультацію в Донецький ветеринарний діагностичний центр «Інвека» з приводу важких наслідків оперативної стерилізації. Собачка, яку ми зараз дивилися на УЗІ, була стерилізована около місяця назад в одній із ветеринарних клінік нашого міста. К сожалению, результаты ультразвукового исследования неутешительны, потому что в культе матки развилось гнойное воспаление. Если говорить о методиках стерилизации, то различные специалисты выбирают свой путь и способ проведения этой манипуляции. Одни предпочитают максимальное удаление матки и яичников, ее экстирпацию. Другие считают, что достаточно удалить только яичники. Я предполагаю, что в этом случае были удалены яичники и частично резицированы маточные рога. Сейчас мы имеем осложнение в виде гнойного процесса в избыточной культи матки. К сожалению, такое осложнение обрекает данное животное на повторную операцию. Цікавий песик Бісер поводився в очікуванні лікарського прийому дуже сміливо та впевнено. Він захищав хазяйку і відстоював свою територію від інших тварин та навіть від нашої знімальної групи. Собака хоч і невеличкий за розміром, демонстрував навички справжнього охоронця – басовито лаяв та ричав. Під час ветеринарного огляду він також не втрачав присутності духу і з гідністю витерпів усі процедури аналізів та рентгенівське дослідження. В ході дослідження не обнаружили костно-деструктивних змінень. Тобто можемо констатувати, що косточки цілі. Однак виявлено нарушення конгруентности суставных поверхностей костей, образующих левый коленный сустав. Просто-напросто подвывих его. Соответственно, можно предположить, что повреждены какие-то из связок, формирующих сустав и обеспечивающих его стабильность. Первое, что бросается в глаза при взгляде на это животное, это его лишний вес. Порода цверхпинчер – это собачки, которые должны выглядеть как мини-доберманы. То есть это такие стройные, с острыми ушками. Это животное явно ожиревшее. То есть у него большое отложение жира на спине, бедрах и шее. Был задан вопрос, вы много кушаете? То есть хозяйка отрицала, сказала, что собака ест всего лишь 1 раз в день, она его не перекармливает. И сразу же было рекомендовано сдать обязательно кровь, анализы на гормоны, биохимический анализ,
первое подозрение, которое возникает при взгляде на такое животное, это синдром Кушинга. Эндокринное заболевание, нарушение функции идет гипофиза и надпочечников. Для диагностики проводится исследование крови на кортизол. Проводится также диагностическая проба, называется это дексаметазоновая проба, введение определенных доз дексаметазона и контроль гормона через 4 и 8 часов. Уровень этого гормона в крови через определенное время, он меняется. И по тому, как меняется этот уровень, читается результат. То есть в нашем случае у собачки уровень гормона упал на 50%, больше, чем на 50%. То есть это расшифровывается как первичное поражение гипофиза, то есть есть подозрение большое на аденому гипофиза. Но чем осложняется у этого животного, то есть животное молодое, собачке всего лишь год. Скорее всего, этот процесс у него идет какой-то на фоне генетических нарушений, то есть врожденные. Собака всегда была толстая, то есть они его приобретали двухмесячным щенком, и он уже был как колобок на ножках. Поэтому дальнейшая терапия очень сложная. Мы раньше не диагностировали такие заболевания, потому что у нас не было этих реактивов для выявления показателей этих гормонов. Теперь, когда есть возможность диагностики, мы столкнулись с необходимостью терапии. Терапия достаточно сложная. Животным назначаются противоопухолевые препараты и пожизненно дексаметазон. Но у этих препаратов масса побочных эффектов, нежелательных побочных эффектов. Хозяева у нас расстроились очень сильно, то есть они понимали, что что-то не так, но насколько не так, они не ожидали. Пока собака будет жить на препаратах и лечить параллельно сопутствующие заболевания. У собачки еще уже в его возрасте начинает поражаться суставной аппарат, то есть собака начинает падать на ноги, хромать. Вот он много пьет, соответственно, больше мучится. Это тоже один из симптомов этого заболевания. В одній з попередніх програм ми вже розповідали про маленьку чихуахуа Саманту Сью. Власники звернулися із скаргами на часті простудні захворювання та хрипле дихання. Їй було зроблено аналізи крові, рентген, але хазяїва, скоріш з профілактичною метою, вирішили звернутися до комп'ютерної томографії, щоб отримати висновки про загальний стан тварини. Многих пугает лучевая нагрузка, которую получает организм в ходе подобного исследования. Для примера я вам скажу, что вот все три области, которые мы исследовали, общая лучевая нагрузка, она приблизительно равна исследованию, однократному исследованию, скажем, желудка для человека. То есть ничего катастрофичного в этом нет. А объем информации, который мы получаем, конечно, не сравним с этой самой нагрузкой. Поэтому с учетом скудости информации от самих наших пациентов никоим образом нельзя пренебрегать таким методом. В ходе его у данного пациента был выявлен небольшой участок кишки, толстой кишки, подозрительный на полиповидное разрастание. Возможно, это и не так. С учетом впервые выявленной такой патологии, может быть, это просто на фоне воспаления небольшой отек слизистой. Но это требует динамического наблюдения. Как минимум, хозяева об этом теперь знают и будут более внимательны по отношению к определенным моментам в жизнедеятельности организма животного. И если будут проблемы, на которые мы их нацелили, нарастать, то, конечно, мы продублируем в динамике это исследование, и, возможно, им будет тоже предложено оперативное вмешательство. Нам залишається тільки побажати терпіння усім власникам тварин, що хворіють. Не втрачайте надії та бережіть себе і своїх улюбленців. До зустрічі наступного тижня на нових сторінках ветеринарного щоденника. Донецький ветеринарний діагностичний центр «Інвека» – європейський рівень ветеринарії та унікальні діагностичні можливості для ваших улюбленців. Вулиця Разінкова, 23А, телефон 062-341-400, сайт dvdc.org.ua.